Таксист нас подвозил к вокзалу вот по вот этой дороге. То есть реально к вокзалу не проложена до сих пор дорога, и они ездят по тротуару. Я просто в шоке. Они не могли разминуться. Он попытался съехать, начал днищем черпать. Короче, вообще нечто. Но я вам еще постараюсь показать сам вокзал. Такого давно не видела. Вот смотрите, мотоциклист только что промчался, я иду здесь спокойно, он мне начинает сигналить, типа, что ты здесь крутая ходишь. Я в шоке. Извиняюсь, забыла поздороваться. Всем привет-привет. Сейчас я в магазине. Хочу вам немножечко показать, что здесь есть по ценам, потому что цены, в принципе, разные. И ну, что мы чаще всего берем? Это какие-то хлопья в дороге, это мясо, сосиски, сыры какие-то, хлебобулочные изделия, сахар, ну и молочка тоже актуальна, поэтому останавливайте. Курс 28 гривен за 1 доллар, поэтому можете тоже прям переводить. Как видите, очень хороший выбор. Я обычно беру какие-то сыры, сырки, глазированных могу немножечко взять сырков. Опять-таки, что касается пресервов, консервов, выбор большой, поэтому проблем не составит. Каких-то сардинок, да, взять с собой. В принципе, это не портится и всегда, ну, неплохо, да, перекусить в дороге. Ну, как видите, да, куча всего. Ну, кетчупы, да, кому нужны, тоже недорого стоит. Водичка. Разные есть, вот трусковецкие, до боржоми, детские, взрослая обычная, да, вода, лечебная, обычная минеральная, то есть что хотите. Чистящее, моющее, опять-таки, если переезжаете надолго, что-то для гигиены, да, нужно, то есть тоже можете остановить, посмотреть, все это есть в наличии, ничего не нужно брать с собой, цены не выше, чем в Беларуси, в России, ну, либо в других уголках, я думаю, Украины. Ну, также, опять-таки, берем сырков, забрасываем, как я уже говорила, с собой. Благо много со всех просто уголков. Молоко в разную стоимость, разного качества, жирности. Опять-таки есть лактоза, есть без лактозы. Кому что нравится. Параллельно все забрасываю, потом покажу, что купили. Смотрите. Простоквашино тоже есть. Президент, сметана есть. Да. Выбор, в принципе, хороший. Кто ездит с детками, кто сам сладкоежка, тому, конечно же, актуальны сухофрукты, какие-то цукаты, конфетки и так далее. Поэтому оставляйте, ставьте на паузу, также смотрите. Стараюсь сфокусироваться. Купила кое-что, сейчас сядем в поезд, вам покажем. И знаете, это я была в магазине Тиса, называется, возле железнодорожного вокзала. И смотрите, тут решили дорогу сделать и вдоль тротуара, по тротуару ездить. Я спросила у таксиста по поводу того, есть ли здесь уборщики дворовой территории, ну, то бишь дворники. Он сказал, что со времен Советского Союза нет, поэтому вот такая удручающая ситуация практически везде. Только вот возле своих дворов убирают, остальное, конечно же, не убирается. Вот так выглядит поезд, так как сейчас светло, мы сядем, обязательно поснимаем. Потому что во Львове, когда мы на 8 часов вечера ехали, то так и нам свет, кроме коптилки, там сороковатки какой-то и не включили, поэтому ничего не снимали. Вот так выглядит внешне. Короче, купили морожка, Рутс фирма. Ну, я смотрю, что здесь часто, но у них ну, вот 15% жирности получается. Вот это вот мороженое 12,5%. А пломбир мой, он стоит 10,5. Вот такой. В стаканчике с молоком, да. Поэтому мы сейчас перекусим с детками и покажем, что еще. Ну, вот сразу здесь вот лежит трусковецкая вода. 9 гривен она вообще в магазинах стоит. Минеральная, но не газированная. Что? Это папе мороженое. А ты как думаешь, зайка? Это маме. Ты к папе довезешь это его? Папе? Ты же вас ешь 100 раз. Мы дома сына папе купим, правда?
Ты его 100 раз съешь. А тебе вкусно? С усиками. Покажись. Усачок, покажись нам. Ты симпампо. Как я и говорила, будет называться наша поездка назад в прошлое. И смотрите, как все здесь выглядит. Какие лампы. Ну вот, да, как такая лампа. Ну, свет лампа. Как она может гореть. Ярко, да, если она там 100 лет, наверное. Ей. Ну, вот так как-то. Владик, как всегда, хочет наверх. Нет, здесь ничего нету. Тараканов тоже. Ну и розеток, конечно же, здесь тоже нет. Поэтому пауэрбанк будет нам в помощь. Нет, я думаю, что нигде нет. Владик, раздевайся наверх. Сейчас упаду в обморок. Покажи, как ты забираешься, Влад. Как? Сам сможешь? Нет. Помощь нужна сестры. Вообще дети любят вторую полку, но у нас сегодня нижняя, потому что я попросила мужа снизу купить, потому что зимой, летом жарко очень в таких поездах, имейте в виду, берите нижнее. Мы будем пока раскладывать все, да? А у нас в прошлый раз был проводник Папандопола, у него была такая фамилия, а сейчас у нас проводник с фамилией Гоголь. Да, вот так вот. Фильмы и... Писатели, да, актеры-писатели. Классно тебе, Ладька? Если вы не успели досушить свое белье, то, может быть, это вот так, да, у нас все не высохло, а плавали, вот у нас вот так все. Все вот таким образом. Он пошел, чтобы получить. О, уже пришел, по-моему. Ну, вот, он еще едет! Да, мама, открывай сосиски. Постельное белье входит, получается, в стоимость. Можно еще поставить галочку, и будет входить в стоимость чай. Но мы без чая, потому что обычно беру кофе. У детей ассоциация, как только мы отъезжаем, мы только тронулись. Вот мы даже еще, смотрите, станция Солотвина не набрали, как говорится, ход. Они уже говорят, открывай сосиски. То есть нужно начинать есть. Но ты же сама сказала, что нужно... Подождите хотя бы, да, когда поезд тронется. Да, а так они готовы сесть и уже есть. Сесть и есть. Купили еще филейных сосисок. 37 получается гривен. Ой, очень сильно трясет. Здесь, сейчас я вам скажу, 300 грамм. Вот, поэтому можете сами переводить. Примерно $1.5 стоит борщ. Сейчас попробуем, потом расскажем без оболочки. Кореянка сосиска. По аромату подкопченная, да? Нравится? Очень вкусная. Да? Как и польские? Так нравится? Польские чуть больше. Больше нравится, да? Ну, ясно. А тебе, Владика, вкусная сосиска, нет? Да. Да? Ясно. Ну, приятного вам аппетита, да? По 6 гривен купили вот таких. Владик, видно, наелся. Кстати, он у нас любитель сахара. Смотрите, что натворил. Сейчас будем его очищать. Вкусно тебе, Вась? Смотрите, какая огромная булочка. Вась, вкусно тебе, Зайц? Да, булка вообще такая. Попробуй ее укусить. На пол головы прям, да, Арианины. Да, всего 6 гривен. Вот такая с повидлом, да. Это я в магазине покупала. Приятного всем аппетита и кофепития. А тебе вкусно? Сила. В принципе, с этого похода в магазин мы вам все показали, только не показали маленькие 100-граммовые, как наши там городские, такого плана. Давай я покажу. Показываю детям, как открывать такой сахар. Потому что многие отрывают с края. На самом деле он вот так открывается. Вот, Владик, дожик. Что ты? Владька, ты как будто не ел, да? Не ел совсем? А где булочки? Смотрите, сейчас будем булочки есть, да, кстати. Смотрите, украинская, львивская залезница. Львивская железная дорога. Да.
За экзал натуральный кофе с двумя сахарками стоит 10 гривен. Владик хочет спать, поэтому он уже вот так вот ноет. Свою пачку роллтона он съел и кричит, что еще хочет. Ну, вообще мы не едим роллтон, очень редко едим, обычно в поезде. Это просто ассоциация детей. Немножечко информации, мы перекусили, кофе выпили, глаза открылись. Итоги по проезду вам немножечко расскажу. Проезд нам обошелся на троих $70, туда-обратно в обе стороны. То есть один детский бесплатный, Арианин, получается, ЖД немножечко меньше, наверное, процентов 70-80 по стоимости в Украине стоит. При том, что ей уже 10, все равно скидочка есть. У нас в Беларуси уже 100%. Оплата получается межгород, межрепубликанские линии, автобус 100%. И смотрите прикол. В одну сторону стоимость проезда стоит даже немножечко больше, чем $10. С Бреста до Львова мы ехали. И на меня, и на Риану. То есть фактически $40 нам, даже 40 где-то 3 с багажом, ну считаем даже как бы 47 где-то. Это у нас проезд с Бреста до Львова на автобусе. ЖД-транспорт нам обошелся на двоих туда-обратно всего лишь $15. То есть фактически меньше $70 мы потратили на проезд. Если посчитать там такси, которое мы сейчас брали в одну сторону, если взять 10 гривен на проезд во Львове, и сейчас мы, наверное, тоже 10 гривен во Львове потратим, то, грубо, я рубляю в большую сторону, $70 у нас ушло на проезд. Смотрите, какие виды. Мам, мы будем ехать сюда и наслаждаться. Тихо. Мам, я до винчика. Видно, смотрите, что дорожная служба работает так же, в принципе, как и дворники. Она не работает. Садиться на Солодвина один, хотя нам нужно было, можно было садиться на следующий, получается, станции. Потому что вот на этой, на больнице, в которую мы выходили, всего 2 минуты стоит. То есть слезть даже сложно, не то что с детьми и с большим чемоданом. Как-то так. Сейчас будем смотреть, сколько там народу будет садиться. Какие-то пилорамы. Эти пилорамы много. Пилят лес просто нещадно. Соль перестали добывать, начали зарабатывать на лесе и на отдыхе. Все. Все для отдыха. Почти возле каждого. И пилорамы, конечно, вообще одно название. В смысле одно название? Пилорамы? Ну смотри, так сделаны шифером, куски какие-то выбитые. Просто под навесом люди работают. Ну да. Станция Солотвина 2. Вы видите слоган «Наши бляхи на ваши дахи». Ну, дах – это как и по-белорусскому получается. Крыша, а бляхи, не знаю, может быть, черепица, как вариант. Ну, горы, конечно, вообще супер смотрятся. Ну и вот, это вот маркет Офри, в котором обмен валют прям на кассе. Кстати, такой прикол еще был. Прям в супермаркете, в отделе, где молоко обычное, вот фасованное, продается разливное молоко. Где они берут его, я не знаю. Факт остается фактом, оно есть. В полторачках, в обычных полторачках, даже не в банках, как бы, чтобы стерилизованное прям было, нет? Чтоб ты еще такое видела необычное, но пока могу вспомнить только это. Смотрите, какая-то каплица тоже. Где каплица? О, вот шпиль, видишь, торчит. Ага, пушка, да. Или что там, не знаю. Крестик. Смотрите. Смотрим, сколько народа. Солотвина лекарня. Вот Солотвина лекарня. Мы садились здесь. Ну, кто-то подбегает, бежит. Лишь бы не в наш вагон. Ариана хочет прям
люкс себе вагон. Что дороги там вообще нет, то хорошо, что мы сели так. Отдали 100 гривен за проезд, получается, от, ну, вот одну станцию мы подъехали. Хотя две, Солотвина 1, Солотвина 2 мы не останавливались. Ну, тут одно название, что несколько остановок. Сейчас посмотрим, в наш, не в наш вагон садятся люди. Ну, пока у нас вообще пустые. Идет там или нет? Идет кто-то? Да, идут. Там женщина одна села, да? Ну, не и в наше купе, там в соседнее или через. И пока все. Ну, я понимаю, что вообще, да, никого больше не сядет. Здесь. А у меня едем новое дальше. Лего. Да, у Рянки новое Лего, кстати. Тут фургончик, потом такая вот... А, беседочка. Ой, разговариваешь. Угу. Потом меню. Все, мне купили Лего. Наборе... Тихо. Да, сейчас Рянка покажет. Там в наборе было... двое вилочек, двое ложечек и двое ножиков. Но я ножку, ой, ножик и вилку потеряла, вот, потом... Со вилку потеряла. Ну, потом одна кружка, и вот вторая кружка. Блюдечки, да? Блюдечки. И еще четыре этих. И Владику машинку купили, такую, с человечком. Да, Владику машинку. Там мусорка у него была розовая, mm-hmm. с розовой лопатой. Потом это моя девочка, у него была злая, но однорукая. Потом покажем, как наборы. Китайцы одну руку не положили. Да. Вот, потом... Я ложу сюда на гриль, беру эту вилочку, снимаю. Только я не понимаю, что она трехзубчатая. Ну, короче, вы поняли, что для детей самая тема – это лего. Мы одно лего брали с собой, да? И два мы еще купили. Очень удобно его паковать, разобрал, и все. И всегда новая игрушка, да? Всегда что-то новое. Ну и также очень классно брать их в офис с собой. Просто как семечки кушают, если есть возможность взять молоко. За молоко и все. А Владик кричит, что упало, поэтому надо выполнять приказания. Да, мой господин. Еще вот тут вот можно как коробки. Тут тортик нарисован, тут фастфуд, тут какие-то бутерброды. Можно как коробку с этими давать. Mm-hmm. И потом тут как кнопки. Тут чучело. Тут мороженое, тут лимонад, тут сок с лёдом, потом со льдом. Тут пирог, а тут вот место для, ну, чтобы выбросить стаканчик. Угу. Классно. Смотри, транспорт, бар прям, да? Бар пиццерия. Да. Класс. Красота. Так близко. В облаках парят. Ну да. Вообще, на самом деле, когда едешь с детками один, да, взрослый с двумя, с тремя детьми, то главное не паниковать. Все нормально, как видите, дети отдыхают. Я вам немножечко покажу сам вагон, чтобы вы понимали, да, какие условия. Пока только разгоняется состав, мы открыли даже окно, все без проблем, не жарко, дети отдыхают, играют. Опять-таки, берите с собой обязательно полностью заряженные телефоны и пауэрбанки, чтобы подзарядить телефон, потому что детям, по крайней мере, в таких вагонах, в таких составах реально нечем заняться, рано темнеет, поздно светлеет. Ну вот, это сам вагон, туалет, да, я вам показываю, ну, это реально трэш. После российско-белорусской железной дороги, по крайней мере, по направлению Брест-Москва, где я постоянно просто катаюсь. Что такое жидкое мыло? Здесь не знаю до сих пор, по всей видимости. Какая-то тряпка. Ну, туалетная бумага есть пару лет назад туалетной бумаги не было, поэтому я прям удивляюсь. Такие тамбура. И вообще очень медленно идет этот поезд. Мы сели в 6, практически без 15:06. И приедем без 5.
без 5-6 утра, 12 часов едем. Потому что он кланяется каждому столбу, стоит. Короче, никуда не спешит. Он тут отстойненький вообще стоит. Снимаю на телефон, освещение никакое, но смысл, я думаю, вы поймете. Смотрите. Это наш VIP-вагон. Да? Ладюш, тебе понравилось? Да. Вот так мы завесили. Все, у нас вагончик. Сними меня, снимаю тебя. Это свет 8 часов вечера в 20:00. То есть это максимум, который здесь горит. Потом станет еще темнее. Короче, вот так вот примерно. Тут детей практически нет. Поэтому обязательно должны быть мультики детей. Вообще нечем занять. Потому что даже ни конструктор не поскладываешь, не проскрашиваешь. Начало 7 утра. Мы все в строю. Быстренько пересаживаемся в автобус. Вот мы уже, в принципе, и в автобусе едем. По направлению Львов, Брест. Ничего сложного на самом деле нет. С детками ездить и на автобусе, и летать. Все зависит от нас. Я имею в виду от взрослых. Капает немножечко дождик, но зато не жарко. Им смешно, чем им заняться. Накрылись пледиком, Владик там спрятался. Вот, скоро будем спать, отдыхать. Убирай ноги. Вадя, что ты делаешь? Тренировку. Тренировку? Молодец. Привет. Кто здесь едет? Вадя. Это мы. Привет. Это тебе. Это мы едем. 6 часов. Встал ты, Вадя? 24, 29. Пришло время попрощаться. Подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Спасибо за просмотр. Пока-пока.